Недостаточная изоляция. Проникновение влаги. Дефекты строений. Все критические сбои, которые нужно быстро находить и правильно диагностировать. Именно поэтому FLIR представляет новую линейку передовых тепловизоров серии EXX. Необходимый инструмент для быстрого осмотра рабочего объекта. Проблемы можно устранить до того, как понадобится дорогостоящий ремонт. Тепловизоры серии EXX имеют разрешение до 464 на 348 пикселей. Их инфракрасный детектор достаточно чувствителен, чтобы фиксировать малейшую разницу температур. Это дает возможность заметить первые признаки утечки воздуха, влагу или проблемы с каркасом здания. Но для выполнения работы недостаточно большой чувствительности и высокого разрешения. Поле зрения 42 градуса дает возможность быстрее исследовать большие участки. Благодаря таким улучшениям, как запатентованная компанией FLIR технология MSX, добавляется необходимая перспектива для выявления проблем и определения местоположения. Интуитивно понятный интерфейс с хорошим откликом и яркий экран с диагональю 4 дюйма делают устройства серии EXX удобными в использовании под любым углом. После обнаружения участка с ущербом, причиненным водой или неисправной изоляцией, функция лазерного измерения расстояния тепловизора дает возможность рассчитать площадь в квадратных метрах или квадратных футах прямо на экране. Инструменты тепловизора улучшают упорядочение и упрощают передачу сообщений. Кроме того, за счет программируемых кнопок, например, переключения между термическим изображением и MSX с нажатием одной кнопки, можно идеально настроить тепловизор в соответствии с потребностями. Прибор FLIR имеет надежный эргономичный корпус в виде пистолета, поэтому тепловизор безопасно использовать где угодно. Новый передовой тепловизор серии EXX производства FLIR. Поиск скрытых проблем. Быстрее!